И теперь о событиях дня подробнее. Мэр Иркутска Виктор Кондрашов сегодня один из самых обсуждаемых чиновников региона. А все потому, что он согласился пройти проверку на детекторе лжи в присутствии тележурналистов НТВ для программы «Центральное телевидение». Результаты этого тестирования и породили бурю эмоций у жителей города. Чтобы было понятнее, чем вызван ажиотаж, покажем отрывок проверки. На данной должности протекцию кому-либо вы оказывали? Да. За последние 2 года автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вы управляли? Нет. На какой вопрос вы сказали неправду? Про автомобиль? Но вы управляли же автомобилем в нетрезвом? Ну, невозможно без этого. На местных интернет-сайтах и в соцсетях эти ответы активно обсуждаются. Причем многие пользователи, несмотря на противоречивость высказываний Виктора Кондрашова, в целом одобряют решимость мэра пройти испытания полиграфом. Отметим, что журналисты НТВ предлагают такое тестирование всем действующим мэрам и губернаторам. Более 90% из них отказываются. Но вот глава столицы нашего региона пошел на риск. Также градоначальник предложил пройти тесты сотрудникам администрации. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике Алексей Грешилов от испытания отказался, сославшись на плотный рабочий график. Юлия Ефимова, заместитель руководителя аппарата мэра, согласилась. И полиграф показал, что Юлия солгала, когда сказала, что ни разу не брала взятки. Кстати, на этот же вопрос сам Виктор Кондрашов ответил по данным детектора: честно, взятки не брал. Об этом нам сегодня рассказали в пресс-службе мэрии, а также прокомментировали, последуют ли какие-то действия в отношении других участников тестирования от администрации. Естественно, вы понимаете, что рамки сюжета не позволяют показать все сюжеты, все вопросы, которые были заданы. Вот. Ну, журналисты на свое усмотрение выбрали именно эти вопросы. Что касается тех, кто отказался, эта процедура добровольная, поэтому никого не принуждали проходить полиграф. И чиновники, конечно, могли отказаться. Что касается других вопросов, я думаю, что наверняка каждый человек, если бы проходил такое испытание, он бы волновался и переживал. Поэтому, насколько я знаю, даже в суде полиграф не является основанием для каких-то решений. И здесь, я пока не готова вам ответить, будут какие-то решения.